Доброго попоясу, господа, а я тут медвежонка жарю. С вами снова я, Шуз, давно не виделись. Long Dark надо закончить, просто меня сильно увлек Last of Us, да и в принципе я немножко отошел от Long Dark, но не могу не закончить, тем более, что, скорее всего, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас мы Мишку Косолапова тогда жарим, обещает быть веселым. И с Long Dark, скорее всего, мы покончим. Хотя я, если честно, не уверен, я этого не знаю, но мне кажется, что осталось дойти до дамбы, да и все, потому что третьего эпизода, насколько я слышал, нету еще, поэтому осталось всего ничего. Тем более, что основного босса уровня медведя я уже сготовил. Это вопрос чисто времени. Я бы такое что поел. Ух, ебать, он калорийный, кстати. Вообще калорийный. Так, 10 граммов, ну 100 грамм воды. Оп, смочим глотку, так сказать. Так, от меня все еще пахнет, кстати. Это странно. Из-за того, что много жареного мяса я несу. Ладно, давайте водички сделаем. Бля, я устал довольно-таки. Можно, конечно, и в ночь пойти. Идти-то не очень далеко. Кипяти все, что есть. Надо еще набрать припасиков. Это тоже важно, потому что... Хотя, черт его знает. Я вроде все, что надо мне, собрал. Но. Есть одно большое но. Антибиотики надо взять, обезболивающие. Антисептики. Обязательно нужно взять всю хавку. Аварийный фонарь. Обезболивающее. Содовое. Таблетосы. Антибиотики. Горючка. Набор для шитья мне не очень нужен. Шерстяные варежки тоже. Обезболки. Шприц первой помощи обязательно нужен. Еще антибиотики. Кофеек сейчас сделаем. Я уже нагрузился, ебать, нормально. Для того, чтобы идти. Так, ладно, литр воды. Я, в принципе, могу с таким количеством медвежатин здесь еще дня 4 прожить. Вообще, смотри. О, точильный камень разрушен. Жаль. Уголек пусть здесь остается, инструменты. Давайте посмотрим. Так, ну это определенно лишняя лампа. Две пары носок. Таблетосы много не весят, но можно, в принципе, избавиться от нескольких. То есть передать все. Ну, этого должно хватить. Хотя, я даже не уверен, что это мне это нужно, понимаете? Я же сейчас уйду и, скорее всего, больше никогда их не увижу. Это припасы со всей карты. Вот антисептик. Нахуя я его применяю? Тормози, выбросить. Бросить. Ну, 1,5 литра антисептика возьмем с собой. Ну, допустим, оранж. Кофе вообще ничего не весит. Дрова лишние. Ну, скорее всего, тяжелые. Давайте избавимся, я не буду там много жечь. Мясо возьмем, хорошо. Ножик Джереми хороший. Еще ножик возьмем с собой. Уже 34 килограмма. Но, в принципе, уже можно, да, что-то где-то жить. О, шапка разрушена. Мне вообще ни к чему больше не пригодится, да? Что мне еще может? Это я сам выкладывал. Болторез, кстати, ебать. Нет описания. Значит, он и нахуй мне не нужен. Лыжная куртка тоже мне ни к чему. Сейчас я гляну быстро, как я себя ощущаю. А, ну ебать, у меня потрепанная городская. Вот это вот неплохо, конечно. Давай возьмем лыжную куртку вместо него, чтобы не подшиваться. Эту хуйню... О, кстати, она такая потрепанная. Выкинем. Штанцы в порядке. Вот только потрепанные штаны карго у меня немножко подносились. Давайте отремонтируем их. Подошьем. Все равно сейчас спать ложится, а на следующий день не удалось. Ну, блядь, не удалось, так не удалось. Что поделать? Высушенная кожа, она, к сожалению, моя, да? Да, это моя высушенная кожа, неплохо. Еще вот шприц. А, топливо для фонаря. Можно прямо сразу и залить, кстати. Пока я не ушел. Действие заправить. На полную, да? И как раз запас топлива израсходовать, да? Так, у меня где-то еще была горючка, кстати. Только я не помню, где. Вот. Возьмем тогда ее тоже лишнюю. Шиповник, кедровые дрова, спальный мешок. Уже такой поднатасканный, кстати, подшитый. Часто я на нем сплю, потому что... антисептик много, слишком мне не надо. Ну и все, я, в принципе, готов в бой. Давайте 10 часов сна. А, ну можно сразу, пока я еще бодрствую, воды себе лишней сделать. Еще литр. Надо идти готовым. Куча медведя, чтобы поесть, куча воды, чтобы попить. С утра кофеечку наворачиваю и с перегрузом пиздячу на дамбу. Правильно? Правильно. Вода не питьевая. Устал, что ли? Походу устал сильно. Иначе я не могу сказать, почему он так себя чувствует.
Итого у нас 35 килограммов веса, 5 килограмм перевеса, спим 12 часов. С рассвета просыпаемся, получается. Так, доброе утро, страна. Да, почти получилось, как я и хотел. Так, с утра мы наебашиваем себе. Ох, ебать, кстати, я хочу там, наверное, есть пить, но с утра мы пьем только кофе. О, кстати, я хочу пить очень сильно. Ебать, меня даже накоцало то, как я хочу пить. Я мог во сне умереть от жажды. С ума сойти. Так, теперь ты, мистер кофе. Нихуя кофе ты жажду утоляет. Теперь ты, мистер медведь. И теперь ты, мистер вода. Да даже не на полную. 0,8 с собой. Мы готовы, ребят. А если мы готовы, мы идем на дамбу. Нам еще просили, кстати, документики какие-то там притащить. Но я не думаю, что я хочу этим заняться, если честно. Не, ну посмотрим. Если придется, знаете, вот если вот прям прибьет, то тогда сделаю. Так и быть. Так, дайте-ка я посмотрю. Тайники всевозможные, вот, ну, воскресшая надежда. По дневнику проникните на дамбу ночью, когда в небе будет северное сияние. Ебать, ну мы там просто подождем. Побочная линия. Тайники, выстрел, код. Найдите спрятанное. Джереми утверждает, что в одинокой топе есть кузня, где спрятаны какие-то старые чертежи. Ого. Кстати, звучит неплохо. Еще тайник у нас был, да, там по побочной линии. Вот. Нет. На дамбу тащите документы под плиткой вниз лестницы, ведущей к мендиректору. Давайте сходим за какой-то кузнечными чертежами. В одинокой топе есть кузня, где-то спрятаны какие-то чертежи. Одинокая топь это вот сюда, да? Покинуть загадочное озеро. Ну, скорее всего. Бля, ну я вообще хотел на дамбу идти. Ладно, давайте придержимся, так сказать, своих планов и сходим сначала, конечно, на дамбу. Глянем там чертежи. Или уже свалим. Хотя, блядь, через кузнечные дни. Все, мы идем в кузню. Не подумайте, что я что-то пытаюсь растянуть. Просто я считаю, что мне охуенно не пригодятся потом. Только где их искать, это вопрос. Не найду и хер с ним. Просто все внутри меня типа говорит, бля, чувак, эти кузнечные чертежи можно получить только тут. Если ты их сейчас не получишь, забудь нахуй. А еще на ферму можно сходить, там пожрать есть что. Да я, в принципе, вспомню, каково это. Интересно, когда будет третий эпизод? Ворона, а что случилось? Кого-то захуярили или я что-то пропустил? Я, по-моему, этого трупака уже обыскивал. Че? Что вы вьетесь над ними? Вы бы хоть спустились, покушали хоть разик. Хоть маленький. Чувак, мы же с тобой уже знакомы миллион лет. Еще они покоя тебе не дают. Последний покой. Дать не могут. Тут какой-то дятел долбил только что. Иначе я объяснить это никак не могу. Как-то, кстати, сегодня ярко все. Я вот хожу, блядь, ярко, пиздец. Я к стиме орзну немножко. А чё по ощущениям-то? Ну, такое, кстати. Это, видимо, из-за того, что моя всё-таки парочка-то и поизносилась. Ну, не эта парочка, на которую я поменял. Тут 92, 96, 93, 98. О, вот это тут нужна кожа высушена. Кстати, она там была. У меня шапка исчезла одна. И вот штаны прямо, ну, вообще в никудышном состоянии. Ну, мы сейчас на ферме братьев Смитти, как говорится. Все сделаем. Немногие поняли. Так, вот мы сейчас, грубо говоря, вышли, получается. Вот отсюда мы вышли. Вы покидаете одинокую топ. Да, и вот здесь у нас тайник с запасами и кузнечные чертежи. И это как раз семейная ферма старого Спенсера. Нам туда и надо сейчас. Я, кстати, хотел туда зайти еще, хер знает когда. Плюс мне писали в комментариях, что там... А, кстати, спасибо вам большое. Я помню еще, сколько времени прошло, я помню, что там патроны. И достаточно. Не то, что, типа... Они меня не то, что прокормить и защитить могут. Они там помогут медведя заебашить. Но нам на медведей и так хватило. Опа, блядь. Это мое. Вот, говорю, что нам хватило на медведя. У нас еще лишних там сколько? Давай посчитаем. Раз, два, три.
4, 5, 6, 7, 8. А, кстати, чуть не забыл. Господа, это же так прекрасно, когда ты играешь в Long Dark, ты можешь спросить аудитории все, что тебе хочется, потому что пока ты идешь, тебе, собственно, и нечем-то заниматься. А, слыхали? Релизнулся, говорят, Misery версия 2.2. Если кто-то уже поиграл, опишите, пожалуйста, свои впечатления, потому что я сейчас готовлюсь больше к Игромиру, и надо будет уезжать. А мне интересно, как? Есть вообще смысл? Или все тупо то же самое? Ну, там нечего делать. И все-таки опыт игры немного изменился. Только для тех, кто играл. Спасибо большое. Я обязательно прочитаю и сделаю для себя кое-какие выводы. Все. Ты, Саша, хотел спросить вот конкретно. Что там за крест, кстати? Вы видите крест? Или это просто маленькое деревце? Пойдем посмотрим. Блять, что это вечно долбится рядом, как будто крадется. Очень неинтересно. А, это мистер Волк, блядь, хочет получить пизды, да? Да, блядь, беги сюда, чё ты нахуй? Тоже мне, блядь, нашел дурачка. Это какое-то деревце, это кустик. Интересно, а волк будет жрать волка, если я его оставлю? Что это за волк, милое дерево? Я такого не видел никогда. Дерево, ты что? Собрать молодой клен? А, не-не-не, нахуй пусть растет. Ебать, я его с топора хуйнул, слышали? Извините, мистер клен, я просто хотел вас, типа, это, потрогать, а он сразу за топор берется. Ёбнутый. Грибы, которые я так давно искал, когда мне не были нужны. А сейчас мне не нужны. И еще три там растет. Господи боже. Косил ясь конюшину, косил ясь конюшину. Could end up being useful. Косил ясь конюшину. А вон она, кажется, ее отсюда видно. Я не уверен, но вот там спереди. Если это не ферма старины Спенса, то я даже не знаю, что это может быть. А не, кстати, по карте это нихуя не ферма старины Спенса. На секундочку. Там железная дорога. Бля. Да бля. Что, обходить все надо? Как-то хуёво вот тут замерзает озеро-то. Природа, ты чё? Ебать, это скример, я чуть не охуел. Блять! Я хочу жить! О, если ползти, то заебись. Кто ж знал? Блять, холодно, ебать. Бля, я шел нормально, ну ножкой провалился бы чуть. А я и не знал. Ну теперь я знаю, что если крадешься, то охуенно. То льду похуй, типа. Never felt so cold in my life. Ой, да расслабься, блядь. Мы и через большее проходили. У нас обморожение, по-моему, с тобой. Оставайтесь в тепле. Ну, в 12 часов у старины Спенса перекантуемся тогда. Все. Пошли, чувак. Все будет хорошо. Ты только не нервничай. Сейчас тут я разжигать ничего не буду, сам понимаешь. Обморозило меня охуительно. Бля, ну это вообще не очень хорошо было. Ну хоть искупался, хоть раз. До этого-то все ходил, ходил, не прошло, назад, назад. Ну вот хоть... Ох, как ветерком подуло. А, хорошо. Хорошо, лук зеленый растет. Ммм. Охуительно. Бля, и волчик тут как тут, сука. Я тут палочки уже собираю. Все-таки это была ферма, походу, которую я видел. Волчик, а почему бы... Так, давай, блядь. Хочешь кусочек, надо заработать. Ты заработал кусочек, мистер Волчик. О, ебать, пещера. Может там? В натуре. Я пойду в пещеру греться. Найс. Я как раз думал, что надо уже где-то здесь разводиться, потому что холодно, знаете, да? Просушиться надо. Может, волка приготовлю сейчас. Чем черт не шутит? Тут даже ветки есть порубить. Но мы сначала, конечно, погреемся.
хоть сколько там. Я бы даже сказал, так, это пещера спасительная. Веточки, идите к папочке. Все замечательно. Замечательно. А это случаем не вход, кстати, куда-то. На карте, блядь, этого нет. О, еще веточка, палочка. Во, укрытый. Сейчас сделаем еще тепло и будет супер. Кстати, ебать, я устал и хочу спать. Устал. Давай, горючий, у нас дохуя его. На! Насладись, чувак. Добавить топливо, палок добавь. Потом угля как разгорится. Что ты еще хочешь? Пить есть. Устал, что-то он люто устал. Мы еще даже не дошли, а ты устал. А что тебе так хуево-то? Попадание при охлаждении остается в тепле, 12 часов, смертельная усталость. Ну ладно. Я, говорит, так устал. Ну сейчас постелим тебе чуть-чуть. Сколько тут? Сколько будет гореть костер? 2 часа. Ну вот 2 часа и спи. Дышит так тяжело. Неужели прям, походу, у тебя, чувак, при охлаждении? Я, конечно, не эксперт. Как горит? 54 минуты еще. О! Здорово же! Так, уголек давай. Опа, еще 2 часа. Хоть бы глаза прикрыть. Ты 2 часа только что спал. Любишь кататься, люби саночки возить. Пойдем дров подрубим. Ты же должен иногда выходить правильно на свет божий. Подожди, где-то здесь были ветки. Вот вы, я вас искал. Еловая ветвь, сколько? 45 минут займет? Нормально. Все, спать, 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 спать. Еловые дрова. Замечательно. Устал, не могу, говорит. Я прямо здесь буду уснуть. Там, кстати, не холодно. Сейчас засуню дрова и будешь ты у меня спать. Часа 4 будешь только спать. Сейчас чаек, все остальное. Кофеек на следующий. Сейчас часа 4 прихрапишь. Все, пришли. Давай. Раз, два. Все. 4 часа спишь ты у меня. Чаек тебе делаем уже. Травяной, чтобы отдых был хороший. Эва, как я себе сложности-то, блядь, создал, когда подлет провалился. Класс. Играть сразу стало интересней. Так, итого у нас еще 14 минут. Сколько в тепле осталось нам? Надо быстро посмотреть. 5 часов. Бля, ну 5 часов мы можем еще здесь переждать, я думаю. Потом среди ночи, если что, дойдем. Так, часик мы выиграли. Заебись. Теперь пить есть не хочу. Надо пойти быстренько подрубить еще дровишек, чтобы на 4 часа хватило, и лечь спать. Как раз, бля, буря ебаная. Ну ее, как говорится. Так, веточка, веточка. Огромная веточка. Давай. 45 минут, зато на 4 часа сна. Блин, то, что я сплю по 4 часа, ему, кстати, что-то не очень помогает. Я выхожу за секунду, потом дверь и все. Может, это потому, что ты промокший. Вот, я вырубил, порубил. Ебать, усиливается, кстати, буря. Ну и судьба все забрать. Судьба, судьба! Судьба! Не слушайте этого дурачка. Так, елочку закидываем, ложимся. Нам, давай всю, короче, елочку закинем. Бам, бам, бам. 6 часов. Давай и сразу палочки тоже. 6 часов до победного. И чаек еще. Где чаек? Чтоб спать, как, бля, вода закончилась. Хуёво, давай литр воды тогда. И придется спать 5 часиков тогда, а не 6. Ну или выйти еще подрезать. Но вообще я не хочу сейчас резать ничего. Поэтому таблетосами. 5.45, 5.44, 5.42. Блять, на какой смысл нахуй их чистить тогда? Если, все, короче, я больше не буду никогда в жизни тратить ничего. Травяной чай и 5 часов сна. Блин, за 5 часов можно нормально выспаться и потом еще целый день отработать. Надеюсь, так и будет. Ну все, давай. Надеюсь, восстановишься. Кстати, сколько в тепле времени уже прошло? Я гляну быстро. 3 часа, а нам 5 спать. Нормас. Спокойной ночи, страна. О, вылечил переохлаждение. Что падал, подлет, что не падал. Поднял еще 21 минута. А это мне на кофе 21 минута. Кофе брейк. Готовить. Медведиком сейчас подзакусим. Sure,
Нормально. 11 минут. Как раз буря закончилась, устаканилась. Кайф. Еще 0,5 поесть. Бля, кстати, еда-то заканчивается быстро в моем походе. Ну все, хватит тебе. Пошли. О, красота какая. Вообще благодать, пошли. Просто супер. Там до фермы не очень далеко должно быть. Вот это я понимаю. Вот это сейчас пройдемся по красоте. Вау. Я даже на самом деле здоровье все вылечил. Я пойду по камням. Не, в пизду. Это... Я даже здоровье почти все вылечил. Мне фигня. Вон, согревание, усталость, более эффективный отдых. От чая еще до сих пор держится. Супер. Ну, он, конечно, спит как трактор. И жрет как трактор. I need to drop something. Да 31 из 30, ты че издеваешься? Говорит, нужно что-то забросить. Мы и так уже почти все медведа сожрали. Ну, я разделал только часть медведа, я не всего медведа притащил, конечно. Его там, наверное, волки дожирают. Но все еще. Что-то не очень, блядь, похоже на ферму, если честно. А ферма у нас не сгоревшая, не? Я бы не очень хотел, чтобы эта ферма была сгоревшая. Но, блядь, похоже на то, хоть какой-нибудь будет, может быть, сарай. Да. Бараки. А, бараки? Это не ферма еще. Ага, ага, ага. Ну, тут идти осталось, в принципе, не так и много. Но я думал, что уже ферма. Опа, шарфулечка. 1,5 и 0,4. 0,4. Ну, одевай, хули делать. Лучше, чем ничего, как говорится. О, это то, что мне нужно, кстати. Я этим буду топить на ферме. Древесина, да-да-да. Сейчас мы еще одну коробку развалим, посмотрим, может, что внутри есть. Если в коробке что-то есть, то 45 минут. Бля, как долго. Нихуя нету, зато древесина есть. Ну, взяли, допустим. Картонная коробка. Сколько? 16 минут? Делай. Так, ветер начинается. Мне нравится. Газетеночка. Свежая пресса за сегодняшний день. Медведи наносят ответный удар. Чем ответит Канада? Новые EMP медведи не остановить. Люди в шоке. Кажется, это закат человеческой расы. Ну, все как обычно. Закат, простите, человеческой расы. Все как обычно. В прессе ничего нового. Ладно, пойдем на ферму. Может, я что-то, конечно, не досмотрел. Да и хер с ним, мне пора. Пить хочу, есть хочу. Спать хочу. Чертежи хочу. На ферму хочу. В Тамбов хочу. Подлет не хочу. Но вроде тут можно. Зашибенно. Ночь, кстати, только встала. Ух, смотри какая. Это, кстати, есть эта ферма. Это точно она. Да-да-да. Эти яблоньки я узнаю отовсюду. Семейная ферма старого Спенса. Угу. Слушай, меня терзают мутные сомнения, кстати. Я не здесь съебывался от медведя в самом начале? Не-не-не, точно нет. Стопудово нет. Это что вообще? О, уголь, он же охуительно горит. Станок. Металлолом, ну, шкафчик, пятерочка. Шинель. Металлолом. Ну, шинель мы возьмем, может быть, еще уголек. Ткань обязательно берем. Еще уголек, еще уголек, еще уголек. Вот вообще ништяк. Так, два ящичка смотрим. Пакет не очень надо. Второй ящичек. Высушенная кожа охуительно надо. Тяжелый молот! Для работы с металлом. Давай сюда. Да, компакт, чистка ружья. Заебенно. Металлический контейнер. Чертежи здесь, да? Кузнечные чертежи. Наше строение с описанием предметов, которые можно выкрасить, использовать. И тяжелый молот. Не, мне второй не надо. Ящик. Там я вижу пиздатые перчатки. Кузнечные. Дайте мне их. Дайте мне их. Рукавицы. 57. То, что надо. Так, хилка. Мне, в принципе, ничего не надо, но все еще. О, это пойдет. Уголь. Я практически нихуя не вижу. Но если это и есть, блядь, ферма старого Спенса, и тут нельзя даже куда зайти.
выдохнуть, то это хуёво, знаете ли. Я думал, тут будет хотя бы домик какой-то. А тут просто вот кузница и все. Я думал, тут будет конкретная ферма. То есть, поняли, домик будет стоять. Ну ладно, придется прямо жечь. Жечь прямо здесь. Типа, куда деваться? А вот наверху есть, в принципе, место, где можно передохнуть. Нормально, тогда тут и будем отдыхать. Я поджигаю. А, поджег, блядь. Неправильное место. О, бля, нормально. Подходит. Без горючки? Да, мне повезет. На кровати-то хули, там ткань загорится. Ой, ебать, ботинки у Спенса. О, дрова! А я тут рубаю ящики, наверху стою. Господи боже. Что ты будешь делать? Ничего. Дрова обязательно, я тут спать сейчас буду. Угу. Коробки я вроде поломал. Извините, я чуть-чуть буквально вот за кадром подчавкал. Сейчас как бы стараюсь не жевать, но вы прекрасно понимаете, по-моему, говорку, что происходит. Я спать. Прямо вот на этом костре. Так, ну что я могу сказать? Сейчас почти что полдень. Какой чудесный день. Надо бы мне медведиком закушать. Водичку я себе скипятил до этого запить. А лучше кофеек сварить. У меня еще час. Давай, пожалуйста, под кофе. И пойдем с чертежами домой. Сходили успешно. Все бы отдал за воду. Все отдал, значит, получишь. Маккензи, у нас такой закон. Хочешь кофе, пьешь кофе. Хочешь чай, пьешь чай. Хочешь медведя, попустишься, блядь. Так. Еще разок, зорким взглядом. У меня дров немерено. Мне опять тяжело идти. От дров избавиться надо от большинства. Ну только вот как мы это сделаем, это, конечно, вопрос. Ну вот, минус эти дрова все. Дальше уголь. Весь уголь, кроме там одного. Минус весь труд. Минус палки. Минус вот эта фигня. Да и оставим все-таки. Так, дайте я быстро глянем. У нас же там еще куча высушенных. Может сразу это все сделать? Да, давай сразу подошьем одежоночку. Не, шинель, кстати. 1,9, 1,4. Не, шинель будет получше этой моей парочки, поэтому давайте мы... А, нужна ткань две. Где мы возьмем две ткани? Это хороший вопрос тоже. Ну, допустим. Допустим. У меня там была одна ткань уже. Я могу, в принципе, сейчас шить начинать. Я жесткий. Проверяем. Могу? Не, не тебя. Вот тебя. Могу. Поехали. Ты опытный швей, ты должен смочь. О, тухнет костер. Приличная шинель. Она уже лучше. Носить. Замечательно. Так, а почему бы нам тогда не порвать парку к хуям собачьим? Вопрос есть у меня. Она довольно легкая, но все еще. Почему бы нам ее не порвать к хуям? Да. Часик угробим свой. Блин, сразу есть захотелось и пить. Так, тут в принципе нормально. Штанцы, может быть. Да, давай штанцы. Штанцы прям в ужасном состоянии. 6 штанцы. И нам еще нужно успеть вернуться. 58, блядь, маловато, конечно. Ну, что поделать. Пить охота. Давай оранж-соду. Твоя любимая, чувак. С сахарком. Отлично. Так, на ферме старого Спенса я чек был. А, вот еще выдвижной ящик. Патронов нихуя. Кстати, да, говорили, обещали патроны. Там молот я только путинчатый ставил. Уголек бы взять. 36. Кстати, по поводу перчаток. У меня там есть еще одна пара интересная. Ну, мне даже получше. Так, тут все горело. Этот ящик здоровый, блядь. 45 минут. Вот я не могу уйти, не разбив его, понимаете? Я хоть и выкину все. Я должен, сука, узнать, что там. Нихуя. Минус 45 минут времени. Ебаный в рот. Понесу с собой. Слишком жадный. Так, ферма Спенса. Назад тем же путем. По дороге еще можно вон тайник с запасами лесных ораторов поискать. Пошли. О, знакомый волчок, кстати. Так, тут тайник с запасами лесных ораторов. Слышь, вороны моего волчка уже это... Видимо, заприметили. Эй, волчок. Волчок, давай. Кусай.
Касай собачак. Ну касай. Не касается так. Не волчок ты. Где-то вот недалеко отсюда. Я бы даже сказал, это этот камень, или может, который дальше. Да, посмотреть. Ну, прямо на камне, типа, или под камнем. Сейчас обойдем, посмотрим. Не найти это будет плохо. Вот там еще может тот камень. Но он слишком близко, поэтому я бы ставил на этот все-таки. Был бы я лесным оратором, я бы тут, конечно, за... А, ну, так и есть. Вот, говоришь, что я искал. Тужурка. Ого, клево. А, ну чё за тужурка? Тю! Тю! Ого! Матрёна! У-у-у! Холод нынче! Крокодильский! У-у-у! Молодёжь это! Своими спайсами обколются и... И шо? И все. Вот. Ты. А это что? У меня тут ничего на карте нету. А ну удивите меня. О, это же залежалый соленый крекер. Мой любимый. Откуда бы узнали? Бэт, мне кажется, я здесь в прошлый раз соскользнул и пиздец. А сейчас я смог пройти. Ой, даже не знаю. Потому что я, блядь, снова наступил на те же грабли, по-моему. Но я не уверен. Холодает. Ночь приходит. Но я, в принципе, очень тепло теперь одет. Снова, как когда-то. До медведя. Есть ли жизнь до медведя? Не знаю. Бля, или где-то здесь я ползал. Ну, пока вроде идется, блядь, и хорошо. Например, мне вот эти походы по армию, там где тоже скалы, блядь, сорвался, все, пизда. А! Без ног такой. А! Такой, вот. И такой хруст. А тут Long Dark Style теперь. О, запястье пошло. Надеюсь, не сломал. Надейся, бля. 8 кило перевеса всего. Слабак. Зато тепло. Кстати, как там? Нормально, плюс 4. Даже кожа не стынет. Привал на медведя. Вот так. И водичкой. Ну и все. Хватит пока. Буду понемножку употреблять. 0,26 выпит, а сколько еще? 0,30 нормально. Еще и медведя целого. Справа волк. Хочет меня убить? Серьезно? Блять, как бы мне не пришлось... А, я не могу... О, не-не-не, верните. Вы слышали звук? Это ветер так дует? Нихуя себе. Я думал, там что-то полилось, вода какая-то поехала. Бля, оружие-то я не могу держать. Сейчас на меня волчок нападет. И зубачок меня как схватит. А я ему-то и сделать ничего не смог. Кстати, что такое? А, я перегруженный, потому что. Думаю, что я так медленно бегаю? Ёбанький рот. От дров можно нахуй избавиться от большинства. От этих, например, бросить все. Ну и сразу чуть-чуть, но веселее. Сейчас, значит, к Эдику там отоспимся и уже потом пойдем на дамбу. Жрачка заканчивается. Если повезет, труп медведя найдем, еще обрежу его. Там еще 22 кило где-то. Или 20. Не помню. Или 18. Вот одно из трех. Мне кажется, 18. Мне кажется, что я 12 кило срезал с него. 12 кило оставил, балдеть. На черный день. Рельсы уже. Идти осталось всего ничего. Я думаю, что что-то может пойти не так. Жрачки маловато, это, конечно, факт. Осталось сколько? Медведя? Один медведь, да, остался? Да, один. Но килограмм целый, то есть. Это на следующее утро я его прессану, захаваю и пойду уже до конца. Ну, может, с этими заем. А дальше еды нету нихуя. Придется Тимофеевку луговую жрать, блядь.
Ну и все такое. Интересно, тут ветер тоже сдувает или тут потеплее? Можно было бы костер зажечь. Ну хотя тут должно так дуть, что, ёб твою мать, если она сквозная. Просто сдувать должно, когда такой ветер стоит. Тут, как всегда, все прекрасно и чисто. Он просто перестал ходить. Он уже просто не идет, блядь. Вот эта скорость, с которой я перемещаюсь. Охуеть. Чувак, ну это же охуеть. Тут идти осталось всего ничего. Прибавь буквально немножко, пожалуйста, ради всех нас. Вот за этой горой уже то, что надо. Моя заначка. Заначка на потом. Возьмем ее. Я знал, что этот килограмм с медвежатиной мне пригодится. Ебать, эти я истощен. Дошел на последних секундах просто. Надо было оттуда прийти, а я вот так вот круг совершил, блядь, и пошел вот отсюда. Пиздец. Ладно, господа, что тянуть-то? Я, наверное, сейчас зайду, далее, лягу спать. Вспомнил, как оно работает. Провалился первый раз под лед. Было весело. Доброго всем FPS, а вы, дорогие господа, я уже на следующий пойду вот сюда. Смотреть, что там в дамбе. И, возможно, уже уебывать этого эпизода. С вами был я, Шус. Всем пока.